По-моему, это перебор устроить праздник в честь нас. Мы же не совершали подвигов уже... годы? Вдруг все думают, что мы вышли в тираж. О, вдруг мы и правда вышли в тираж? К счастью, сегодня геройствовать нам не придется, если не считать вымученных улыбок. Я подготовила речь, но поскольку мы, кажется, подверглись нападению, перейду сразу к сути. Значит, этот измеренитель украл доктор Нефариус и перенес тебя сюда? И ты хочешь найти своего друга, который... О, какая удача, тоже Ломбекс, чтобы всех спасти. А ты кто? Ну, я мало чем могу помочь, потому что мой архив уходит. Как же теперь туда залезть? Я... Из меня плохой напарник. Да, команда. Время. Рычат и Клан! Какой чудесный сюрприз! Не ожидал вас здесь увидеть! Потому что мои громилы должны были вас уничтожить 8 минут назад! Неужели так трудно напечатать инструкцию? Император Нефариус, вы уже вернулись из похода? Прошу, не бей меня! Я лишь выполняла приказы императора! Что это мы притихли? Смелее! Давайте поздравим Ривет с первой победой! Как жаль, что я не успел к началу. Зато я рад объявить, что завершил нейтрализацию своих врагов. Мисс Уркон снабдит тебя оружием, но тебе нужно быть осторожнее, иначе сопротивлению конец. О, извини, золотце. Мисс Уркон еще не знает всех тонкостей шпионажа. Молодец, новичок. Консоль доступа на той огромной статуе Нефариуса в центре города. Подключи ее, и она все сделает. Есть предложение. Тот дирижабль. Просто заберись на ту крышу. Я схожу за вещами. И встретимся там. Рэтчет? Рэтчет! Гэри! Твоя... Твоя слава тебя опережает. Тебе нужен межпространственный архив. Моя ученица поможет. Какая встреча, Машари! Проследила за мной? Все никак не сдашься в делах сердечных. Я все твержу, что мое сердце отдано другой. Ржавый? Мон Дье, какой нахал этот твой друг! Когда вулларды попросили меня защитить их, я вдруг увидел множество сломанных вещей. Вы подарили старому роботу-великану надежду. Это я должен вас благодарить. Прости. Я думал, это мой дружок. Обознался. О, здорово. Привет. Было бы вдвойне здорово. О, можно звать тебя Чет. О, я знаю одно такое место. Но я уронил в воду свой привод доступа. Надо слить ее. Но как, Рэч? Зачем ты здесь? Ха-ха! Мы поставили жучок. И теперь следим за ним. Так что это он в опасности. Штукой? Это мое лицо!